Дорогие друзья, всем привет, с вами на связи проповедник Е34, и сегодня у нас гайд по вертолету разведки. И первое, что я вам посоветую, это рамить противника. Да ладно, 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 да ладно. Да, где тут еще можно прилечь? Я думаю, сейчас вот отсюда пойду. Ну, блядь! Ты мне не пойду. Охуеть. Да ёб твою мать, да. Блять, заебал этот литл, блядь. О, вверх. Амахашла! Это жесть какая-то. Я в него попал и не убил. Конечно. О, сука, что за хуйня, блядь. Самолет гидроактивным радаром ебанул. Ебучая тварь, блядь. Чего, блядь? Сука! Ах ты, пидорас! Хуй его знает, блядь. Алик, давай, я тебя вижу. Nope. Они вон там, у них дома всякие там. Nope. Да-да-да, он видишь, держи, ты там они. Вон, на доме. Nope. А ну выкини меня. В каком доме? Вот. Нет. Да как? Лопатка там. Нет. Блять, касатка тупая. Анакумия. Да ёбаная, кто-то уже попал в него, блядь. О, нет, такого еще не было. Слушай, ну если такое дело, тогда... О, клиент приехал. Стоп. Surprise, motherfucker. Так что торможение, но... Я не вообще не в понятке, блядь. Что с ним происходит? Да. Блин, ну вы когда с кем-нибудь воюете, не включайте всегда технику. Тим, я всегда Q спотаю. Да я... Виталя, встаем. Блять, нет, не встаем. Блять, сука, убили. Блять, извини. А чё это за хуйня? Смотри, Литл. Смотри, Литл, блядь, что творит. Надо его забрать. Смотри, там пеха. Смотри, как он это висит. В это, на какой точке-то? Попробуйте забрать его. А ну, Даш. Давай, подсади там это, Серёга. Подсади, да. Быстрей. Повиси, как Литл. Красиво. Со своей стороны теперь снимал. Да, блядь, со своей стороны. Я вижу. Как в цирке эти, блядь. Я застрял. Я вижу. Тихо, во, все, как по гайду, давай. Сейчас нас не видит. Давай, да, давай. Аллах, блядь. Блядь. Хуя ты, Витя, страшно. Ой, пошел нахуй, танцы, блядь. Все, врач. Серёжка, ты что, издеваешься? Сейчас, секунду, я разобьюсь, я обязан это сделать. Это этот термокамуфляж, ставишь и все. Оп! Дебил. Ой, Серёжа. Фух, теперь со спокойной душой я могу дальше.